Всем привет. Миша спрятался в будку. Спит. После дежурства отдыхает. У нас такая погода. Весна. В декабре весна. Вот такая грязь. Дверь закрылась. Вон ветер. И вот такой бардак. Грязище, как будто у нас весна пришла. Тут целое болото. Смотрите, у нас дождь шел всю ночь. Что тут творится теперь? Утки, тут вон воды. Утонешь. Вот такая вот болотина. Несколько дней назад было минус 13, и снег лежал больше, ну, 30 сантиметров точно. Вот сено вот так вот уже поубавилось. Это мы все стираем сегодня. А утки, вам нравится такая погода? Им все равно. Ален, вымылись, все чистые стали. А. Петушок какой умный, помощник уходит. О, и селезень такой же умный. А курица неумная, ходит по болоту. Ты что, цапля что ли, а не курица? У гусей тоже бардак. Ну, погода такая. Надеюсь, скоро подморозит. А то это... И в огороде даже вода. Я даже не видел. Сейчас покажу вам. Тут тыкву дали гусям. А вот что в огороде. Как будто весна. А хотя декабрь месяц. И... Даже травка зеленая есть. Как будто реально весна пришла. Да, гуси? Весна? Ну и болото, я не знаю, тут утонешь. Вон сколько воды. Ты красивый петух, да? Не нравится им фоткаться. А тыкву едят. Вам нравится? Нравится, значит, что-то грызут. А вы что тут за собрание у вас? Отголошенный петух. Красивый тоже. Интересно, яйца есть? Сейчас посмотрим. Тут одно есть. И тут тоже есть. И тут есть. Хорошо, заберем их домой. И даже тепленькое. Три яйца. Вчера, по-моему, было два, что ли, тоже. Хорошо, на Новый год хватит. Наберем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.